Да, в прошлом видео я собирался отправляться, значит, где-то в Свадию, воевать со Свадами. Ну, то, что я делаю, собственно говоря. Сейчас я доеду до, значит, Сарониды заключили мир с нордами. Ну, значит, сейчас они, ну, или там накинутся на это самое, на вегирские деревни, или будут возвращаться назад. Еду в тренировочный лагерь, в общем-то. Там у меня еще где-то есть 15 или сколько, или 17 свадийских всадников, которые уже давно прокачались, уже тяжелые всадники в лагере, которых я так и не забрал, их надо будет забрать. Да, я войду в лагерь, на всякий случай поговорю с тренером, может быть, я не помню о моих воинах. Не, хорошо, здесь нету воинов, мне пора идти, и я отправляюсь к маркетану, которому продам вещи, которые у меня есть. Я помню, что у меня там были вещи, которые я собирался продать маркетану. Так, вот они, эти вещи. На 8000, это очень хорошо. Я ухожу, значит, в лагерь, повозку с походным арсеналом, где возьму какого-то, значит, еды. Вот свинину возьму, колбасу, оливки какие-нибудь, такое что-нибудь, сметану или что это, сливочное масло. Все. Назад и продолжить путешествие. Ну и вот этим поеду, вот этим. Значит. Да не, поеду прямо, наверное, к Дериму. Не буду ничего выдумывать. Может быть, встречу кого-нибудь из свадийских лордов. Ну и постараюсь его победить, конечно, побить. Отряд. Хороший отряд. Почти уже все вылечились. 5 человек только раненых. О, у нас Бернадот. Пожалуйста. Ну, у него тяжелые всадники, опять тяжелые пехотинцы, тяжелые мечники. Неинтересно мне это. Я пока с Бернадотом связываться не буду. Мне нужны рыцари. Для того, чтобы у меня были благородные гвардейцы. Ну, вот я граблю караван, наверное. Все деньги и ценности я тебя граблю. Атаковать противника. Я не понял, почему мы не атакуем, как-то странно заспаунились рядочком, стали. Конница, значит, верхом. Конные стрелки тоже верхом. И тяжелые стрелки будут идти за мной. Я в конце концов должен вылечиться или нет? Да, ну, в общем, караван мы буквально тут растрощили, раздавили, растоптали. Ясно, что, ну, и такой караван, видать, не сильно прокачанный. Тут много караульных, охранников каравана. Ну, только это караван, который только заспаунился. Еще не совершил ни одного, будем говорить, путешествия, ни одного рейса.
просто. Тамара кого-то убила, успела последнюю. Так. Продолжить. Охранники каравана, караульные. Ну и свады, которых мы продадим. Охранников и караульных мы оставим, конечно. Для Шариза. Да, у нас никто не прокачался. Доступ к вещам. Ну, в первую очередь, конечно, еда. Еда это в первую очередь, а еды у них и нету. У них и нету еды. У них только одна всякая ерунда. Возьмем 36 вещей из 40 и будем двигаться в сторону Ривайдина. Там мы продадим пленных и продадим барахло, которое мы награбили. Кто это у нас? Барин Таиса, Эмир Лакем, наш враг. И Деглан, 219 человек. Хускарлы какие-то, свадийские тяжелые всадники. Нет, неинтересно. Здесь тоже не очень интересно. Тяжелые всадники, сарницкие воины. Наверное, все-таки, наверное, надо было Кема раздолбать. О, тут много свадов. Не бегай тут толпой. Все никак не могу привыкнуть к тому, что здесь не это самое. Вот так, Лакем. Мы снова встретились. Минус 23. Так, Лакем, сдавайтесь или умрете. Давайте. Атакуем, конница верхом. Ага, конные стрелки верхом. Тяжелые стрелки будут идти за мной. Чтоб они не возвращались, я немножко ускорюсь на своей просто бешеной лошади бронированной. Ну, у меня уже почти полная полоска жизни, и я буду уже участвовать в этой битве. Выставлю на горке здесь лучничков и буду участвовать. Так, вот наши девочки будут пока что здесь вот стоять. Здесь будут они стрелять. Буду держать позицию. Я же говорю, Лакема практически одна пехота была, поэтому мы... Лакем убил киргизского наемника. Короче, мы девок пошлем вот так. Пусть идут, атакуют. Нету смысла им там стоять, короче. Yeah!
сейчас и не знаю, у кого это они. Эллу забили. Сколько у нас там осталось их? О, все, тяжелых стрелков всех уже ранили. Ну, поскакали решать. У нас наемный всадник. Наемные всадники неплохие ребятки такие. Шустрые, быстрые такие. Не помню, с кем это мы воевали, но однако я от них натерпелся. Наверное, с нордами. Кидаются, тыкаются копьем у них. Копье, меч и кидало. Все, мы победили. У него еще там тут, наверное, сам Лакем. Хочет погибнуть. Я даже не буду командовать ничего, просто вся эта моя конная банда забьет одного там, кто там у них есть. Конный бедуин. Так, тап. И мир Лакем. Ну ладно, вы славно бились, я вас отпускаю. Гуляй, Лакем. Ну, по-моему, и такое отношение, что я несколько раз его бил, отпускал, а он на меня обижался, что его не добил. По-моему, так. Я сейчас уже не помню. Охранники каравана здесь есть. Мы их возьмем. Ну, наемного конного лучника возьмем. Не, наемника возьмем конных. Наемного конного лучника возьмем. Меткого лучника возьмем. Конного стрелков возьмем, наверное. Нет, возьмем всадника. И то, что останется, все конных стрелки. Вот так вот мы возьмем. Угу. Готово. И доступ к вещам. Ну, тут вещей у нас тут, конечно. Так. Доспех с нагрудничком. Все-таки, наверное, надо будет. Как-то так. Угу. Это самое. Вот это мы тоже возьмем. Остальное все предложим девочкам разобрать по цене. Позволить доступ. Никто ничего из них не выкинул. В смысле... Я им, наверное, всем запретил. Да и что тут брать, собственно говоря? Угу. Может, кто на верблюда тут еще сел? Так, назад и собрать 34 из 65 вещей. На самом деле, я не гляну. Мне бы надо, наверное, обновить управление снаряжением спутников. Мне надо борча, наверное, запретить, улучшать броню, менять лошадей. И мили запретить. Или Залиту запретить. Низару тоже запретить. И Джеремусу запрещаю все это. Короче. Все готово. Готово. Продолжить путешествие. Здесь у нас есть свадийские застрельщики, бандиты, сокрушители рабов есть. Но мне, в общем-то, не нужны все эти ребята. В общем-то, мне надо ехать. Два рыцаря Эксквайр у графа Джошуа. 79 человек. Здесь есть Укайс. Вот они все эти. Аям, Хима, Хиван. Кто там еще так? Тхамизан.
Так, отряд. И мы посмотрим. Здесь у нас есть охранники караванов. Мы с ними поговорим. Жасус. Конор. Я не забываю, как мы попали. Так, благородные гвардейцы, свадийские конные наемники, охотники, охранники. Ну, в общем-то, побили только моих НПСов крепко. Раненые все. Ну, я не знаю, ехать ли мне или все-таки погнаться за этим самым. А, да их там не один, их там много. Джейкоб, Плайс, Тамар. Наверное, я все-таки потерплю с нападением на них, потому что все-таки их там достаточно много, а у меня... О, а это кто? Рафарда разбирают. Ну, надо поучаствовать, наверное. Обязательно поучаствуем. Угу. Атаковать противника. Конница вверху. Конные стрелки вверху. Тяжелые стрелки пойдут за мной. Не, пусть тяжелые стрелки тоже атакуют. Девкам надо качаться, а не бегать за мной сзади. София оглушен. Судись, тяжелый сад. Грейс оглушена. Рафар. Ну, а это кто? Сам Рафар. Привет, дружок. Кто тут у него? Это я его оглушил. Все, мы победили его. Боярин Мормун приветствует нас. Ага. Ну а что мы здесь? Ничего мы не будем брать. У нас тут всего полно своих судейских метких арбалетчиков возьмем. Ага. Ну кого? Мы никого отдавать не будем, в общем-то. Да и брать здесь пусть берут. А вот доступ к вещам — это хорошо. Это мы возьмем. У нас тут есть доспехи с нагрудником. У нас тут есть железные поножи, рукавицы. Да. Длинный альшпис. Тугой лук. Возьмем большое кавалерийское копье. Ну, все остальное будем бросать. Будем бросать. Не, ну может еще возьмем большой меч. Возьмем лошадь. Да, господи. Оставить вещи в добыче. Так. Ага. Ну здесь, значит, отряд. И мы здесь поговорим. С кем поговорим? С Айденом поговорим. Айден. На твое снаряжение, на твое имущество, Айден. У Айдена все еще тут. Мы еще ничего не съели. Вот так вот. И вот так вот. Да, назад. Неважно. Готово. И в лагерь, повозка с походным арсеналом. Мы сбросим сюда. Ну, это то, что мы у Айдена там. Вот это вот. Да, остальное все продадим. Киргизского скакуна. Ну, у нас уже полно этих лошадей. Я даже не знаю, что с ними делать. Поэтому будем уже и продавать. Так, в таверну зайдем.
И здесь продадим, значит, этих самых пленных. Свадийских всадников продадим, вот этих вот свадов, саранидов. Этих пока охранников и караульных оставим для Шариза. Готово. Тут у нас мадам Эльжбета. Да не будем мы связываться с ней пока, с мадам Эльжбета этой. Угу. Какая-то польская, наверное, мадам. Так, с доспехами. А, так, я это уже видел. То что, она не менялась, а что ли? Упрямые, чахлые. Давайте доспехами по 122 тысячи надо в доспехах. Продадим ему вот это все. Доспешнику этому. Угу. Назад. Вернуться назад и уйти. Да, сохранимся. В общем-то, отряд у нас немножко побитый, конечно, но, в общем-то, боеспособный. Поэтому будем потихоньку выдвигаться и смотреть, что тут происходит. Поймаем какого-нибудь свада, поймаем какого-нибудь... О, там, по-моему, же сараниды бегали. Пойдем посмотрим, где там эти сараниды, что они там грабят. О, они грабят Тибандру. Прекрасно. Сейчас мы посмотрим, сколько их там. Ого, пожалуйста, у нас тут такой товарищ, как Мира Задун, просто мечтает попасть под раздачу. Мы, короче, разберем этого Мира Задуна. У него тут и сестры меча, и это, ну, нету, ну, нету этих самых, нету людоловов. Нужны людоловы, чтобы копье мне. Мамилюков 11, короче, отряд у него так себе. Ну, короче, сейчас мы его побьем. Да, побьем. А Задуна... Ну, это будет уже, так сказать, в следующем видео. Да. А пока что все.